Колыма готовится к 12-му международному конкурсу ледовых скульптур «Магаданский хрусталь». Этой зимой он пройдет под названием «Северная рапсодия» и будет посвящен 90-летию со дня основания города. В творческом состязании будут участвовать художники из Якутии, Чукотки и других регионов. Творения ледорезов магаданцы и гости города смогут увидеть в сквере Победы. На изготовление малой скульптуры участникам дадут один день, большой – три. В конкурсную комиссию войдут известные колымские скульпторы, архитекторы, фотохудожники, представители общественности. Ледяные скульптуры оценивают по следующим критериям: техника и мастерство обработки льда, рациональность использования материала, общее художественное впечатление, оригинальность, эмоциональность и выразительность композиции, представление сюжета, степень законченности произведения. Также судьи обращают внимание на то, чтобы работа была выполнена только с применением воды и льда, без подкрашивания и установки подпор. Торжественное открытие конкурса запланировано на 16 декабря. Объявят победителей 21 декабря. С подробностями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте мэрии Магадана. Ледовые образцы в прошлом году были объединены темой «Магия льда». Всего на суд жюри ледорезы представили 22 работы. Победили скульпторы из Якутии и Белоруссии.